американец. Я вот всегда... Я хочу драться. Скажи, как будешь готов. Расскажи о правилах турнира. У нас дерутся все. Юноши, чтобы показать силу и храбрость. Зрелые воины, чтобы не потерять навык. В Новиграде и в Велине проходят похожие соревнования, но там обычный мордобой. А у нас каждый бой – маленький праздник. Я готов драться хоть сейчас. Сперва я хочу поговорить с чужеземцем. Тут такое дело. Эрика, видишь ее? Я должен сегодня победить. Она ж смотрит. Я знаю, что мне тебя не одолеть. Разве что ты сам позволишь мне выиграть. Если я поддамся, мы оба пожалеем о нечестной борьбе. Но как же Эрика? Ничего ты не понимаешь. Хватит болтать! Начали! За тобой, Хендаль! Плечом к плечу! За призраком Морфега! Победил чужеземец! Эрика, подожди! Пусть идет. Еще два поединка, и ты получишь шанс стать лучшим бойцом на Скеллиге. Но сперва победи Эйнара, он живет на Фарерах, и Грима из деревни Хальмштайн на Артскеллиге. Что вы, ведьмаки, будете делать, когда переведутся все Василиски, Лешие, Великаны, а?